На минувших праздниках в городском округе Люберцы произошло 7 пожаров, где пострадали 4 человека. Это меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Статистикой происшествий с нашей съемочной группой поделился инспектор по пожарному надзору Сергей Зубков. Петарды и бенгальские свечи, салюты и летающие фейерверки. Эти изделия создают пожароопасную обстановку, особенно в новогодние праздники. В этом году возгораний по вине пиротехники зарегистрировано не было, однако вообще без пожаров не обошлось. За прошедший период 2018 года на территории поднадзорной ОНД по Люберецкому району произошло 7 пожаров. За аналогичный период прошлого года произошло 8 пожаров. То есть есть небольшая положительная динамика, тенденция к снижению количества пожаров. Вот. Что касается погибших людей, то за истекший период текущего года гибель людей на пожарах не зарегистрирована. Пожары возникают из-за шалости детей, неправильного использования или неисправности печного и электрооборудования, а также при курении и распитии алкоголя. Каждый гражданин на месте должен соблюдать элементарные требования пожарной безопасности, в первую очередь в быту, потому что если проанализировать все эти возгорания, которые произошли, то можно сделать один вывод простой, что основная причина этих возгораний – это неосторожное обращение с огнем. Не стоит забывать о правилах безопасности не только в быту, но и на производстве. Необходимо соблюдать и вопрос режимного характера, и ни в коем случае не допускать проживания людей на территориях баз, складов и иных местах, где проживание людей, граждан не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. 2018 год в МЧС России объявлен годом культуры и безопасности. Разработан план сезонных профилактических и воспитательных мероприятий. Даниил Михайлов, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Вы смотрите ЛРТ, а я Мария Лапчева. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.